Нэнси, и по кинофильму «Бой идут одни старики». Я с этой песней прожил лет 20, и всегда меня, здесь публика в основном достаточно уже в возрасте. Это песня композитора Новикова «Смуглянка». Летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый с резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молдаванка отвечала мне в ответ: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны в край покинули родной, ждет тебя дорога партизанам в лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с собой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла, в том обиду я увидел, что с собой не позвала. А смуглянки-молдаванки часто думал по ночам, вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клен зеленый с резной, здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Мой хороший, мой родной, клен зеленый, да клен кудрявый, да раз.
построек лесами украшен, от Кимаша до Втуз городка льется песня о городе нашем, как весна звонка. С тайным перекрестками не гаснут огоньки, на улице все вновь заботы и любви. Рассвет зовет над городом заря светила, как любо все и дорого, и на сердце тепло. Кудрявые рябины, что под небом уральским звенит. Этой песни простой отголоски, сердцу радости всякий весней. Не приедь и воскресенье в Свердловске дорогих гостей. Пускай над перекрестками не гаснут огоньки, на улице Свердловские знакомы и близки. Рассвет встает над городом, заря светлым светлом, как любо все и дорого, и на сердце тепло. Сейчас оркестр играет. За эту песню мне присвоили звание почетный гражданин города Екатеринбурга. Похлопали. Может, мне еще народного дадут? Тихонечко, сейчас прям. Пускай над перекрестками не гаснут огоньки, на улице Свердловские знакомые и близки. Рассвет отпустим. Возвращайся обратно на сцену, дорогой. Еще раз на сцену. Кстати, разговоры о смерти. Мы, значит, договорились здесь в поездке, что 80-летие мы все празднуем вместе. Все 6 человек. И мы поедем опять по городам, северным городам. И заедем к вам. И 80-летие День Павловича отпразднуем. И я думаю, а потом решим, сколько ему еще. У нас нигде это не будут показывать. Да только ну, чисто на пленке мы останемся на память. Хозяйки, магнит. Нашему народному богатству. Нашему народному богатству, нашему Евгению Павловичу Разыгину. Это достояние народа, это кладезь. И так хочется, чтобы наши встречи были постоянными. Чтобы мы не замкнулись вот на одной, единственной встрече. Очень хорошая встреча была в художественной школе, шикарная встреча была в музыкальной школе, я сама там лично присутствовала. Дети пели. Учителя сначала так скромничали, мы как, ну, пока привыкли, стеснялись, как улитка в коробочке, замкнули свои раковины, а к концу вечера... Спасибо, Миша, Павел Ильич. Дай Бог вам здоровья. Чтобы встречи у вас были всегда теплые, чтобы вы долго жили, чтобы мы с вами встречались еще не нашли. Спасибо за добрые слова. Спасибо. Евгений Павлович.
пошел. Дорогие друзья, нам вообще-то, наверное, символично. Наша творческая акция, которая называется «Уральское единство» или «Единение центра и провинции», вот совпало с сегодняшним, вернее, завтрашним торжеством примирения и согласия. Но мы понимаем, нормальные люди понимают, единение и согласие – это когда многим из нас, не меньшинству, а большинству, хорошо, радостно, когда хорошо живется и так далее, и так далее. И в первую очередь, думается, сегодня нам нужно поклониться, покаяться, отдать свои сердца, свои самые лучшие устремления нашим отцам, нашим дедам, ветеранам войны, ветеранам и труда. Нам нужно вспомнить вековое прошлое России, лучшее, и постараться сейчас, что можно хорошего взять из сегодняшнего дня, все это объединить, устремиться в души друг друга, постараться, чтобы заработало производство, чтобы не было этой виртуальной реальности, когда крутятся деньги, а жизнь становится все хуже и хуже и хуже. Только объединившись, мы можем это сделать. И наша культурная акция не политическая. Среди нас 6 человек, я сейчас их представлю, 3 из них будут выступать сегодня. Вы их всех, во всяком случае, 2 очень хорошо знаете. Один создал великий памятник великому сыну России, маршалу Жукову, которого мы все чтим. И сейчас я с удовольствием начинаю представлять участников нашей культурной акции. Я приглашаю на сцену вашего земляка, который вырос здесь. Он по национальности немец. Он очень интересный человек. Он немец с русской душой. Это Павел Евгеньевич Эссер. Пожалуйста, Павел Евгеньевич. Далее, очень, кстати, сегодня еще символично, потому что сейчас я представляю слово вот именно автору, который сегодня расскажет вам о том, с каким трудом 15 лет назад он начал творить, ваять памятник нашему великому, это Кутузов современности, это автор. Ну и, наконец, всеми любимый, знамя нашей уральской и советской песни Евгений Павлович Радыгин. Бурные аплодисменты! И внеси какую-то нотку свою, душевную, ваше торжество. Мы здесь работаем уже 4 дня. Каждый рассказывает о своих делах, каждый думает и говорит вслух, как жить дальше. Я всю жизнь жил музыкой, она мне помогала. Профессия моя очень сложная, у меня было много помощников, друзей, много было врагов, завистников, недоброжелателей. Все это пережил в 50-е годы. Работая в уральском хоре, я написал известную вам уральскую рябинушку. Еду до осел, белым снегом, куда бежишь, тропинка милая. Они, песни эти, пошли по всей стране. Я все время стеснялся уральской рябинушки. Мне все хотелось сказать, что у меня не только уральская рябинушка, у меня вот эти вот это есть, вот это есть. А сейчас, вот мне 73 года, я понял, что вот раз эти песни люди полюбили, то они для них уже номер один. И уральская рябинушка тоже. Ну вот, я с этим смирился. И кроме того, у меня есть новые песни, которые я вообще никому не показывал, только дома сочинял, оркестровал,
делал из нас вот такие, значит, звукозаписи с оркестром. Может быть, получится это сейчас. Вот эти бегают, суетятся, неподготовлено немножко у нас. А я пока начну работать вот с этой самой уральской рябинушки. Кто хочет, тот может подпевать.